А все автомойщики, проститутки, нужны деньги, приход на работу, получили деньги и нет их. Хорошо. Сегодня видео не об этом будет. Ну, если честно, все же мойки ломаются. Да, все ломаются, и села не исключение, так как это техника, оборудование. Но мне нравится то, что если оборудование ломается, мы можем его отвезти в сервис Силан. И за данный период, пока его будут ремонтировать, они могут дать нам взамен другое оборудование, чтобы работа у нас не простаивала. Да. И то, что запчасти есть всегда, и специалистов хватает, которые могут выехать, провести диагностику, обслужить, как положено. Уже проверенное. Да, все уже как бы проверено, и нам все нравится, и мы работаем. Как долго вы пользуетесь оборудованием от села? Данную мойку мы открыли 2 месяца назад. У нас автомойка новая, но до этого я вот пользовался с 21 года. Ого. Являюсь клиентом села. При покупке оборудования что в итоге входило в комплект? Ну, в комплект входит шланги, насадки, пенокомплект. Ты что? Да я тебе... Да, вы продолжайте. В общем, все. Да, говорите. Я сказал. Что входило? А, да? Да, вам вообще нравится все, да? Да, мне все нравится. Спасибо большое за отзыв.